26 марта 2018 года, 0 часов 23 минуты. Футбол. Прочие турниры. Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян продолжит карьеру Юргордани. Футболист, права на которого принадлежат американскому клубу «Real Salt Lake», будет выступать в шведском клубе на правах аренды 6 месяцев, сообщает официальный сайт Юргордана. Отмечается, что в арендном соглашении 30-летнего армянского футболиста прописана возможность выкупа игрока после истечения срока аренды, здорово снова оказаться в Европе. Юргорден является хорошим клубом. Много слышал о местных замечательных болельщиках, которые создают невероятную атмосферу на трибунах, сказал Мовсисян. В прошлом сезоне МЛС Мовсисян провел 28 матчей, в которых отличился 7 раз. Посмотреть фотографию можно в твиттере Юргордана. Мовсисян может покинуть Real Salt Lake. Источник, официальный сайт ФК Юргорден. Сообщить об ошибке, комментарий 0.